Я в этом году принимала участие в конкурсе «Когда мы вместе» в городе Туапсе и отдыхала в пятой смене. Дети со всей России приехали на конкурс. Наша команда называлась «Музыкальное созвездие». У нас было два замечательных куратора – Маша и Маша, а Кристина и Машуня вели дискотеки. Мне очень понравилось открытие, гала-концерт и закрытие смены. Я передаю привет всем, кого я знаю, с кем я познакомилась, и каждый день вспоминаю интересные события. Волна тихонечко подкралась, и солнце всем заулыбалось. На море отдыхаем мы, играем, плаваем, едим. За лето нужно сил набраться, чтобы зимой не болеть. И долго будет лагерь сниться, и снова встреча повторится. И будем долго мы дружить, как быстро время пролетело. Приходит время расставаться, а так не хочется, друзья. Сегодня будем улыбаться, а так не хочется прощаться. И по щеке бежит слеза, ведь мы не только отдыхали, играли, бегали, мечтали, конечно, много загорали, про творчество не забывали, дарили радость, как всегда. Любимая планета наша все лучшее нам отдала, ведь многие трудились в лагере, чтоб отдыхали мы, друзья. Хочу сказать я на прощанье слова, достойные признания. Огромное спасибо всем, кто с нами громко песни пел, и развлекал, и поучал, и очень много танцевал. Мы многое узнали, научились, за все, что брались, получилось. Бесценный дар приобрели — дружить и быть достойными людьми. До скорой встречи!